Друзья, женщины – это не только ценный мех, но и 40 килограмм человека, у которого нету совести. Ребенка напрягла выносить мусор. Ну как так можно? Ребенка напрягла, меня напрягла, пришла на работу, работать ведь или хочу. Людей нема, никого нема. Чеши-ка ты, говорит, дорогой, мне за причиндалами для ногтей. Я буду себе ногти делать. А я вот это по такой погоде, вместо того, чтобы дома спать, должен вот это лазить. Да, Илюха? Илюха со мной шаромыздится. Какой ты замерз? Первый день, Илюш, на улице такая замечательная погода. А ты замерз. О, террорист растет местный. Смотрите, у меня есть нож. Штык-нож. Штык-нож есть, да? О! Так, а ну, Илюха, показывай, как она работает. А ну. Вау! Ты прям этот, терминатор. Руки вверх! Я чувствую, буду жалеть о том, что я тебе поставил батарейку. Ну, перестань. I'm a terminator. Ни с семьей куда-то съездить, ни покупаться в бассейне. То, как стоило купить бассейн, все, пипец, погода испортилась. Теперь пока это все радостно ладится, сейчас он еще и дождик моросит. И на работу сегодня не взяли. На работу. Илюха, он еще стрелок. Кого ты, Илюша, стреляешь? В голубей? Людей. Людей зачем? Не надо в людей стрелять. Ты ж не живодер какой-то. Блин, и почему я в этот момент чувствую себя каким-то рабом? Я человек со среднетехническим специальным образованием должен уже не в магазине тут подметать полы, видите ли, она приказала. Да, я должен подметать полы и помогать своей жене, потому что я же ее люблю, в конце концов. Ну как это, нелюбимый человек, разве не будет жене помогать? Конечно, будет, потому что его вечером не будет помогать, останется без ужина. Мало того, еще вечером останется у разбитого корыта и с носом, как то называется. Поэтому и приходится помогать, выполнять все просьбы любимой супруги. Иначе вечером тебя ждет харакири. Вот так, вот такая, друзья, семейная жизнь. Смотрите, все внимательно, чтобы вы знали, к чему. И будьте готовы именно к этому. Другого не дано. Да, друзья, дождь, конечно, это хорошо. Но почему-то как-то мокро, мерзко, гадко и противно. И никогда не покупайте в дождь белые кроссовки. Иначе будете выглядеть, как она. Не вздыхай, дорогая, я знаю. О, я придумал, как я тебя буду называть. Моя ты профитроли. Это такой, этот, как, кремушек, знаешь, как он называется? Вон, явный признак того, что женщина много зарабатывает. Носит с собой в сумке корм. И каждому коту, котенку подает. Моя ж ты умница, любительница животных. Ну что, ребятки, на этой сказочно прекрасной ноте мы будем с вами прощаться, друзья мои. Дождь уже пошел. Сумасшедший. Льет, скажем так, целый день. Так что, наверное, с большей долей вероятности завтра я опять буду, друзья мои, дома. Так что мы завтра с вами по-любому увидимся. Не обращайте внимания на то, что я немножечко, у меня голос поменялся. У меня зуб откололся. И теперь этот зуб трет, короче, язык об зуб и дерет мне. Это не по приколу так разговаривать. Все, ребятки, давайте на этом все. Всех благ вам, всего хорошего. Ну и до завтра, ребятки. Всем пока.